Меня зовут Сюзанна Кахалан. Мне 21 и работаю в Нью-Йорк-Пост. Рано улыбаетесь? Противоестественно и вызывает отвращение. Вы смешны. Сюзанна, интервью у сенатора. Четверг вечером, да. Я на вас рассчитываю. Вся жизнь была впереди. С днем рождения. Я не знал, что меня ждет. Вы опоздали. Тебе надо быть здесь. Пропустишь встречу. Мне плохо. У меня болит голова. Болит в животе. Руки немеют. Это первый раз. Протестировано на инфекции. Результаты отрицательные. Исследовать болезнь. Ее ЭЭГ нормальная. МРТ нормально. Неврология нормальная. Все нормально. Состояние ухудшается. Маниакальное поведение. Паранойя. Разные диагнозы. Говорят, биполярное. Затем шизофрения. Психоз. Найти лучшие больницы. Принимай таблетки. Она нуждается во всех нас. Мы найдем ответ. Что с моей дочерью? Ты, наверное, знаменитая Сюзанна. Я боюсь. Я знаю, она там. Она в ловушке. Я обещаю. Я все сделаю, чтобы найти ее. Нет, нет, Боже, нет. Время решает все. Мы теряем ее.